что такое военные преступления, решают лишь победители. После бойни – победа, после победы – дележ. И тогда победителей оказывается больше, чем было сражавшихся. Таков обычай всякой войны. Ничто не закончится войной, если сами люди откажутся идти на войну. Тот, кто намерен добиться победы в войне, должен стать коварным и скрытным, хитрым и лукавым, вором и грабителем. Если бы наши солдаты понимали, из-за чего мы воюем, то невозможно было бы вести ни одной войны. Все войны – гражданские, потому что все люди – братья. Вечный мир воцарится, если заставить победителя оплачивать все расходы. Нет более тяжкого преступления, чем ненужная война. Мы сами затеяли адские войны, а Бог создал нас, чтобы мы были людьми. Война – это не продолжение политики иными средствами, а это величайшая масса преступлений, совершаемых в человеческом сообществе. Старики объявляют войну, а умирать идут молодые. Первая панацея для плохо управляемой страны – это валютная инфляция. Вторая – война. Обе приносят временное процветание, и обе приносят окончательную гибель. Во всякой войне удачу каждый приписывает себе, а вину за несчастье возлагают на одного. Когда война заканчивается, из укрытий вылезают герои. Даже победоносная война – это зло, которое должно быть предотвращено мудростью народов. Война – это всего лишь трусливое бегство от проблем мирного времени. Если не будет возможности успешно напасть ни на одно государство, то войны прекратятся. Когда наказания вселяют трепет, народ пойдет на смерть за правителя. Каждый боевой ветеран знает, что война по большей части состоит из невыносимой скуки, прерываемой мгновениями полного и абсолютного ужаса. Кто любит войну, у того со временем все становятся врагами. Всякий, кто хоть раз заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну. Цена войны написана аккуратными буквами на тысячах табличек, установленных над солдатскими могилами. Вторжение в соседнюю страну обычно совершается во благо ее граждан. Любая война популярна в течение первых 30 дней. Солдатами не рождаются, солдатами умирают. Бог воюет на той стороне, у которой лучше артиллерия. Чтобы вести войну, нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Война будет повторяться до тех пор, пока вопрос о ней будет решаться не теми, кто умирает на полях сражений. Война в одинаковой мере облагает данью и мужчин, и женщин, но только с одних она взимает кровь, а с других – слезы. Еще ни одной войны не начиналось без истеричных криков о мире. К войне, как к крайнему средству, прибегают лишь государства-банкроты.
Война – это последний козырь проигравшегося и отчаявшегося игрока, отвратительная спекуляция мошенников и аферистов. Война превращает в диких зверей людей, рожденных, чтобы жить братьями. Война – это сначала надежда, что нам будет хорошо, потом ожидание, что им будет хуже, затем удовлетворение тем, что им не лучше, чем нам, и, наконец, неожиданное открытие, что плохо и нам, и им. На войне все предпринятое внезапно действует на врага устрашающе. Самый быстрый способ закончить войну – это потерпеть поражение. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестанет воевать. Воины, предавшиеся грабежу, сами становятся добычей. Устрани деньги и уничтожишь войны. Наши современные государства готовятся к войне, даже не зная будущего врага. Хороший главнокомандующий не только видит путь к победе, но также знает, когда она невозможна. Условия мира предписывает не тот, кто просит о нем, а тот, кто его дает. Наши мирные договоры бессмысленны, мы не прекращаем, а лишь откладываем войны. Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвертой мировой будут использоваться камни и палки. Тот, кто не пережил ни одной войны, никогда не узнает, в какое прекрасное довоенное время он жил. Войны начинают, когда хотят, но кончают их, когда могут. Плохо приходится простому народу, когда сильные заспорят между собой. Война заканчивается тогда, когда не остается никого в живых. Садиться за стол переговоров с врагами лучше, чем ложиться с ними в могилу. Тот, кто не понимает до конца всего вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от нее. Война – это варварство, когда нападают на мирного соседа, но это священный долг, когда защищают родину. Войны начинают подлецы, а заканчивают мертвецы. Война – это некая акция, благодаря коей люди, которые не знают друг друга убивают ради славы и выгоды людей, которые знают друг друга и друг друга не убивают. Есть шесть типов злополучных армий: бегущая, распущенная, тонущая, разрушающаяся, беспорядочная и разгромленная. Эти шесть – не от неба и земли, а от ошибок полководца. Мир – лучше войны, но радует ли он, если война проиграна? Если награды раздаются слишком свободно, значит, ресурсы противника сильно истощены. Вершина всех зол – это победа в гражданской войне. Нельзя предотвратить войну, готовясь к ней. Первой жертвой войны становится правда. Не завоевана та страна, которую нужно завоевывать постоянно. Каждая нация считает себя выше других наций. Это порождает патриотизм и войны.
Войны будут продолжаться, пока хоть один человек сможет зарабатывать на них. Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что с тех пор, как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было приветствие: «Мир вам!». Побеждай врага уговорами, дарами, двуличием или всем этим вместе, но никогда не прибегай к войне. Мне не удалось найти ни одной честной и серьезной причины мировой войны. Когда нет врагов, то не бывает и войны. В войне побеждает та сторона, чьи генералы носят более простую форму. Лицо врага поражает меня тогда, когда я замечаю, как оно похоже на мое. Всеобщий мир царил бы на земле, если бы не было понятий «мое» и «твое». Нет гнусности, которая не допускалась бы войной, нет преступления, которое не оправдалось бы ею. Горе тому государственному деятелю, который не позаботится найти такое основание для войны, которое и после войны еще сохранит свое значение. Война будет длиться до тех пор, пока люди будут иметь глупость удивляться и помогать тем, которые убивают их тысячами. Завоеватель – это безумец, начинающий с разорения своих подданных для того, чтобы иметь удовольствие разорить чужих подданных. Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством. Развязать войну могут и трусы, а бороться с ее опасностями приходится смелым. Не стоит воевать с врагом слишком часто, иначе вы обучите его искусству войны. Если вы хотите уничтожить какую-либо нацию без войны, то пропагандируйте разврат и бесстыдство среди молодого поколения. В войне большей частью побеждают рассудительность и обилие денег. Посылать людей на войну необученными, значит предавать их. Недостаточно выиграть войну. Более важно организовать мир. Города сдают солдаты, генералы их берут. Война – это плод слабости и глупости народов. Я не знаю ни одного народа, который обогатился бы вследствие победы. Если полководец разговаривает с солдатами ласково и учтиво, значит он потерял свое войско. Если он без счету раздает награды, значит войско в трудном положении. Если он бесчетно прибегает к наказанию, значит войско в положении тяжелом. Великий учитель человечества – это история. Вот только ученики у нее плохие.